Vai, proprio a Mariupol. Расследите это. Он что, мальчик? У него нет советников. Советники, видно, такие, посоветовали. Да, он лишил всех электроэнергии. Плохо он сделал для Украины, очень плохо. Mariupol, città russofona affacciata sul mare d'Azov. Primo obiettivo dell'attacco russo, cominciato lo scorso 24 febbraio. I civili sono stremati. L'acqua corrente manca da oltre un mese, come il gas, l'elettricità, il riscaldamento. Il famigerato battaglione neonazista Azov aveva il suo quartier generale a Mariupol. All'alba dell'attacco, migliaia di civili hanno tentato di lasciare la città. Proprio il battaglione Azov avrebbe impedito loro di farlo. Nonostante il sostegno umanitario, la popolazione si rivolge alle forze di Donetsk e all'esercito russo in modo diverso. Talvolta con fare risentito o indifferente, talvolta in modo favorevole, malgrado la devastazione della città. Лежат трупы. Вот сейчас только помогают россияне эти трупы собирать. Этих людей. У меня отец на Черноморске лежит мертвый. Он замерз, 88 лет замерз от холода. И я не могу его похоронить, он лежит в квартире. Я не знаю, где мои дети. Зеленский еще хотел баллотироваться на следующий официальный срок. Понимаете? Какой срок? В тюрьму. Какой срок? Посадить. Пусть меня расстреляют за это. Но это гном. Это действительно, это сумасшедший человек. Тебе дали вот договоренности, сука, соглашайся. Это чтоб Киев не бомбили. Убили нас. Украина убил. Убивали они. Они нам поджигали дома здесь. Жгли на прощание. Рукой махали. 25-й школярят, женщина растерзанная. Была. Да. Свастикой их не фашистской. Я русскоязычный человек. Я была предпринимателем, теперь я бомж. Я платила налоги этим тварям, блядь. Содержали. Они разворовывали деньги на это сами. Это нечеловеческий сейчас вид. Я даже не хочу, чтобы я пали. Entrando in uno dei tanti sotterranei dei complessi residenziali di Mariupol che hanno permesso alla popolazione di rifugiarsi. Bisogna abbassarsi perché lo spazio è quello che è, ci dicono di tenerci a questo corrimano, ma non credevo di farne a meno. Dai. Sono normale. La signora ci sta facendo vedere il sotterraneo in cui vive come migliaia di altre persone. Из пожара спасли. Женщина вообще бомжом осталась, и никого нет, нигде нет людей. Документы тоже все сгорели. У нас почти все. Женщина тоже инвалид. Она в разрушенную квартиру, по-моему, поднялась. Вот это ее лицо. Вот здесь вообще прихватило сильно. Еле-еле ходит. Сегодня вообще не встает. Тут тоже у нас молодые ребята спят и садят. Вот он, сыночек. Как вам наши апартаменты? Вот он, мой сынучек. Так что... Le esplosioni ed i boati sono continui. Gli scontri più intensi riguardano il porto e l'acciaieria. Aree in cui sono asserragliate le forze ucraine, ormai completamente circondate. La battaglia di Mariupol è costata migliaia di vittime, militari e civili. Un epilogo tragico per un conflitto cominciato nel 2014 e mai veramente risolto.
там ваш? Это